Йоу, привет, битуны, с вами снова я, Албит, на канале Албит Продакшн. Продолжаем с вами смотреть Гранд и Лиси. Погнали! Итак, и Лиси, Grand Beatbox Battle. Надеюсь, будет его любимая темка. I see the red dawn. Ну, вы поняли. 3, 2, 1, let's go. Постоянно нужно делать громче. Йоу, йоу. Coming up next to the stage. Make sure you check out Beatbox Education. The two-time Canadian. В этом году мало BBK, согласитесь. This year, with Fortis on our side, we're going to be on time for sure. Ladies and gentlemen, my nephew representing for Canada, make some noise for Elise! Elise в прошлый раз был достоин пройти в топ-8, но посмотрим, пройдет ли он сейчас. Are you ready? Аккуратно. I said, are you ready? Пизды вам чуть не дал, извините. You already know what to do. Elise from Canada representing. I say the three, y'all say the two and the one. Crowd in three. 2, 1, beatbox. Не, другое начало, я уже думал. Goodbye with words. I died 100 times. You go back to her, and I go back to. Какая-то известная песня, да? Я не знаю слов просто и по мелодии пока не понимаю. Как всегда технично. Классный снэр. Это Телепро, воу. Очень технично. Столько много звуков, прям вау. Либо Salation Bass. Flows untouchable, do some. Круто.
everybody dance now. Отсылочка к Дилоуте. А, ну еще песня такая. Everybody dance now. Time. Класс. Классно. Видно, подустал, видно, подустал. Give it up for Alisi! Alisi, 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 Alisi. Yo, it's Alisi. Thank you for watching. Big shout out to Beatbox Canada, Beatbox Education, Swiss Beatbox, Alisi underscore Beatbox on Instagram, and Alisi anywhere else. Good to see you again. Yo, ну, мы с вами посмотрели шоу-кейс Alisi, и что я могу сказать? Ну, это было классно, круто, динамично, технично, мощно, в какой-то степени, да? То есть, ну... Видно, что энергозатратно все это у него было. Так, повязка у меня такая, извините. Ну, ничего страшного, буду пальма. Но уступает. Уступает по вайбу, вот по эмоциональности. Не знаю, может, я типа после тренировки устал, но как бы, ну нет, типа. Думаю, что Alisi не прошел. Вот. Хотя что-то я в этом году вообще ни хера не угадываю. Думал, Стич пройдет, а Стич не прошел. Ну, Зеро вроде прошел, да, я посмотрел аналитику, но ладно. Ну, я честно, пока вот для меня Alisi, ну, пока нет. Не так сильно понравилось, не так сильно как-то меня прокачало, типа, чего-то не хватило мне. Не знаю, что еще добавить. Но в целом это очень круто, это очень технично, мне такого никогда, блядь, не достичь такого уровня. Поэтому не знаю. С вами был Албит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, пишите свои мнения в комментариях по поводу выступления Alisi, понравилось вам или нет, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!